к избирательным участкам в промышленном районе Самары с момента открытия уже стягиваются граждане, желающие проголосовать. Председатель общественного совета по вопросам образования города Самары Наталья Толстых в числе первых голосующих. Я вообще даже как бы и не мыслю, что не выполнить, во-первых, свой гражданский долг, и, во-вторых, не воспользоваться своим конституционным правом, да, прийти на избирательный участок и проголосовать. Я всегда делаю это все годы, когда наступил момент, и дано мне было право осуществить голосование и выбор за того кандидата, который мне по душе, которому я верю. Житель Самары Виктор Бажанов с супругой тоже этим утром первым делом посетили избирательный участок. Мы с супругой и наши дети ходим, в общем, начиная с 18 лет на голосование, никогда не пропускали этот день. Общественные наблюдатели на участках отмечают высокую активность самарцев, потому что именно здесь и сейчас определяется судьба региона на ближайшие 5 лет, и люди не хотят оставаться в стороне. До открытия избирательных участков уже были желающие проголосовать. Практически каждую минуту люди заходят и голосуют. То есть активно проявляют себя. Все спокойно, все хорошо, все доброжелательно. Избирательные участки продолжат работать 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.